12 декабря в Ульяновске прошли торжества, посвященные 252-й годовщине со дня рождения историографа-писателя Николая Михайловича Карамзина. В Карамзинском сквере состоялось торжественное возложение цветов к памятнику нашего прославленного земляка. Одна цитата меня потрясла: «Делай добро, а что такое добро, спроси у совести». Вот мне кажется, что если мы будем как можно чаще открывать цитатник Карамзина, да не только, наверное, Карамзина, всех наших выдающихся, в том числе Ивана Александровича Гончарова, если мы чаще будем читать, чаще будем думать над этим, то, безусловно, наша жизнь будет становиться глубже, осмысленнее, интереснее. Празднование дня рождения Карамзина было продолжено в научной библиотеке, где прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения 2018». Ее участниками стали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Пензы, Твери и других городов России. Тема конференции была посвящена 200-летию выхода первых 8 томов истории государства российского. Я понял, что было вот такого самого страшного для Карамзина. Чтение примечаний, которые набраны были очень мелким шрифтом. Бумага шершавая, краска на нее не очень хорошо ложилась. И прочитать для того, чтобы выправить опечатки, страницы примечаний первого издания было очень нелегко. У Карамзина существенно ухудшилось зрение после этого. Вот это произошло. Тем не менее, 2 года ушло на печатание, и тираж 3000 экземпляров 8 томов вышел. На конференции были рассмотрены вопросы, касающиеся не только этапов работы над историей государства российского, но и национальному значению главного труда Николая Михайловича Карамзина. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.